Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Галины Горенковой прошли в 33-й раз. В этом году участниками соревнований стали более 400 спортсменок из 22 регионов России. На торжественном открытии во Дворце художественной гимнастики среди почетных гостей турнира присутствовали Евгения Канаева, Вера Штельбаумс, Галина Шугурова, Александр Бурков, Оксана Фадина, Дмитрий Крикорьянц. Я желаю вам выдержать этот тяжелый труд, чтобы действительно стать теми красивыми звездами, теми нациями, которыми гордилась бы ваша область, ваш край, и чтобы вами гордилась Россия. Три дня художницы оспаривали медали турнира. По программе кандидатов в мастера спорта в индивидуальном многоборье лидерами оказались представительницы Омского областного центра олимпийской подготовки. В групповом золото также досталось амичкам. По результатам выступлений наши спортсменки обошли команды Московской и Свердловской областей. Настраивались друг друга, выходили спокойно и делали... Нужно было сделать хорошо, чтобы не подвести город Омск. Несмотря на победу, какие-то замечания у тренеров были? Конечно. Или отрабатывать еще надо? Идеально никто не делает. Нужно думать, работать, много работать. В групповых упражнениях по программе мастеров спорта воспитанницы Омской школы одержали победу в многоборье и в финале с пятью мячами. Мы готовимся к главному старту Кубка России. Сейчас все силы мы затрачиваем на то, чтобы хорошенько подготовиться к этому соревнованию и достойно там выступить, чтобы не подвести в первую очередь тренеров и себя. Лишь в финале с обручами и булавами амички уступили московской группе. Гимнастки из столицы отметили высокую конкуренцию на этих соревнованиях. Участие в каждом соревновании такого уровня большого – это опыт для нас. Мы учимся, мы должны выступать как можно чаще и набираться опыта от других команд, например, или от выступлений на соревнованиях. В личном первенстве москвички, члены сборной России, сумели продемонстрировать свою полную силу. В финалах в отдельных видах выиграла Карина Кузнецова и Анастасия Гузенкова. Также по программе мастеров спорта победу одержала омская грация Анфиса Зайцева. За время турнира выполнили и подтвердили нормативы мастеров спорта 9 гимнасток, кандидатов в мастера более 90 художниц. Из нововведений стоит отметить переоборудованное судейское место. Подобная система используется на соревнованиях международного уровня. Так обычно делают на международных, крупных международных соревнованиях, на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы. Это удобнее стало. То есть не на одном уровне сидят судьи, а вот три уровня они сделали, и это очень удобно. То есть и главная судейская коллегия видит, что происходит на площадке, и секретариат, и сами судьи непосредственно. В ближайшее время сборная Омской области начнет готовиться к Кубку России, который пройдет в начале декабря в Санкт-Петербурге.